Так, кто тут у нас? Так, кто-то снимает видео. Ну-ка, ну-ка. 8000 подписчиков! 8000! 8000! Все, я ухожу с Ютуба. Мне совсем не интересно. Может, все-таки посмотреть? Один разочек посмотреть? Посмотрю. Так, кто это тут у нас? А, так это Даша Денисова. Это ее канал. Мы же с ней делаем совместное видео. Давай. Ребят, всем большой привет, с вами снова Даша, и сегодняшнее видео у нас будет вообще очень необычным. Текс. Первое. Говорящая чихуахуа Софи. И привет, с вами снова говорящая чихуахуа Софи. На самом деле Софи это я, а не эта панда. Хе-хе-хе. Невеселая шутка, да? Ну ладно. И сегодня я хочу рассказать вам про мою звездную подписчицу Дашу Денисову. Интересно? Потерпите. Сначала пару слов о том, кто же эта девушка и что она делает на моем канале. Очень необычным. Блогер Дарья Денисова, у которой тоже есть видео про меня, аж целых 7,5 минут. Так, хватит. Ну так вот, Даша снимает на самые-самые разные темы. Как я познакомилась с ее каналом? Все очень просто. Я увидела ее в своих подписчиках и пошла посмотреть, снимает ли она что-нибудь свое. И оказалось, снимает. Причем по сравнению с кучей разных видео на Ютубе, у нее довольно хороший контент. Ее слышно. Ребят, всем большой привет, с вами снова Даша. Видно. Аж 3 штуки, но я даю по одной. И она понятно говорит. Я считаю, что все равно у собаки должен быть какой-то свой уголок, а не разбросанные вещи по всему дому. Меня, конечно же, в первую очередь заинтересовали ее собачьи видео. Пам-парам-пам. Шапочки теплые. Сыночку найдем. Так что вот с чего начинается утро собачника. Также я уже открыла свой стандартный процедуры для собак. И многие скажут, Даш. Что мне нравится на ее канале? Даша очень последовательна. То есть я не все показала. Но сегодня я решила вообще раз и навсегда поставить точку в этих вопросах. Она все подробно объясняет. На самом деле, вычесывание, оно, во-первых, убирает отмершую шерсть всю лишнюю, да? И много рассказывает о реальном опыте. Очень хорошая ветклиника, там современное оборудование и так далее. Еще у нее есть интересные влоги и видео из жизни. Давай. Вкусняшки, нас как-то нахмурило. Всем привет, с вами снова Даша. Вот шары, огурчики, помидор. У нее есть полезные видео с советами. Хранятся они открытыми очень мало, то есть где-то сутки. В щенячьем возрасте очень она хорошая. В второй полке у нас лежит лоток. И путешествие, больше того, про Таиланд, страну, где я сейчас живу. Ю-ху-ху, респект! Привет, с вами снова Даша, и сегодня у нас будет влог «Почти последние дни в Таиланде». И... А еще она рассказывает о покупках в зоомагазинах. Ну как можно пройти мимо этих вкусняшек и штучек? Стоили они 143 рубля, и сейчас 85 грамм. Вот так, их нужно давать по 1-2, но такой нужно просто мало для всех животных. Эти видео, конечно же, мне понравились больше всего на ее канале. София, что ты тут смотришь? Хочешь посмотреть? Это Даша Денисова. Кто такая эта Даша? Не хочу я Дашу Денисову. Ты что это Эйва? Такая? Это моя звездная подписчица. У нее на канале уже 1000 подписчиков. Ее видео очень популярны. Вообще-то она сняла про меня видео целых 7,5 минут, а я про нее. Это совместная работа, и ты не знаешь, кто это? Все, Эйва, иди. А про меня она не сняла видео? А ты звезда? А ты? Ну, да нет, я так просто ютублю иногда. У меня всего 13 тысяч подписчиков, ну нет. Ну а ты звезда? Мне не нужно быть звездой, я и так могу получить все. Что ты делаешь, Эйван? Эйван, все. Ладно. Боже, Эйван. Так вот, дорогие мои друзья, смотрите Дашина видео про меня на ее канале. Подписывайтесь обязательно на ее канал, ссылка будет в описании к моему видео. И будет вам счастье. А, да, и на мой канал подписывайтесь тоже. Пока-пока. Так, Даша Денисова. Очень необычным.